我想在一个共产党人的眼中认为我是一个罪犯，但是我知道我是为了信仰的缘故。那时候我正在编辑地下教会的杂志，但我并不知道怎么去面对那天晚上的考验。Но я не была готова к тому, что мне пришлось пережить в ту ночь. Библия говорит «не бояться». Я читала это много раз. Но сегодня мне очень страшно. Солдаты не задают вопросы. Они не говорят мне, почему или куда они меня забирают. Я все еще в пижаме. Я чувствую себя униженной и совершенно беспомощной. Меня арестовывали ранее, но это не арест, и меня везут не в полицейский участок. Я быстро осознаю, что они хотят не только допрашивать меня. Я чувствую себя такой одинокой. Я слышу только стук моего сердца, и с каждым ударом звук становится громче, а я все еще больше боюсь. Они дают мне на подпись документ. Это признание и заявление на моих друзей. Я отказываюсь подписывать и молча молюсь, чтобы ночь прошла быстрее. Охранник зол. Его лицо выражало ярость, и я стала его жертвой. Я стараюсь не сдаваться, но меня одолевает боль. Я повторяю стихи из Библии: «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Меня бьют по ногам и по другим частям тела. Я кричу от боли. Услышит ли кто-нибудь меня? Поможет ли кто-нибудь мне? Неужели так плохо подписать этот документ? А если и так, неужели Бог не простит меня? Когда я думаю, что самое худшее позади, на ноги мне одевают цепи и заставляют ходить. Охранникам скучно, и они коротают ночь, наблюдая за мной, заставляя меня ходить вперед и назад всю ночь. Я одна. Я хожу с цепями. Время замедляется. Я начинаю жалеть, что не подписала этот документ. Я кричу к Богу, чтобы Он дал мне силу, и спрашиваю, сколько еще я смогу вытерпеть. Спустя несколько часов я заметила следы на полу.
Это мои следы. Они появились от того, что я хожу по моей собственной крови. Я думала о Христе и о том, как Его избивали по пути к Голгофе. Ведь за Ним, наверное, тоже оставались Его кровавые следы. Его также ненавидел этот мир. В малой степени. Теперь я страдаю за Него. Я не одна. Я со Христом, который прошел этот путь для меня. И это дает мне отвагу идти дальше.